Вернулись с Качанга в Паттайю, сняли здесь вот такой вот номер. Тут какие-то картины со слонами, удобная кровать. Особое удобство, вот я не знаю, для меня удобство это, что есть розетка рядом с кроватью, что можно там, я не знаю, вечерком сесть, залипнуть в сотовый и не беспокоиться, что сотовый разрядится. Здесь у нас телек, этот какой кондер. И заявлено, что отель с видом на море. Ну, море, да, действительно есть, но на самом деле здесь отель с видом на котят. Вон там какая-то кошка, наверное, с котятами. Здесь их трое. Они тут всячески бегали, резвились. А вон там море. А здесь котята. А там море. И там провода. Я не знаю, у тайцев вообще везде целая куча проводов. Я не знаю, у них, наверное, если один провод рвется, они не ищут, где что оборвалось, а сразу же тянут еще один. Вечером ходишь, слышно, как они там что-то у них коротят, трещат. Ну-ка, давайте откроем, посмотрим на котят. Они посмотрят на нас. Они что-то спрятались под ветки. Но они вообще там ютятся, им там, наверное, хорошо, свежо. А вон там море. Это пляж Джамтьен. Вот. Здесь какой-то Splendid Resort. Но у нас Palm Delight называется отель.